Так. Так. Кажется, что-то забыл. Что я мог забыть? Что? Я что-то не сделал. Что-то нужно было сделать. Я не помню этого места. Иногда всплывают вещи, которые хотелось бы забыть. Dad, I went to the toilet. The one I went to, someone had dropped a crazy bomb in there. It was the worst thing ever. Ну да, вот и все. А что? А что? А что нужно было делать? Фу, какой обзор? Что можно говорить вообще? Вы знаете, во что это все превратилось? Это какой-то фарс, тупейший фарс. Ничего не происходит. И вы что думаете, я тут ни хрена не делаю, прокрастинирую просто, да, сижу, да нет, я взял, блин, долбанный старый сценарий, посмотрел на него, да он херня, взял новый, написал сценарий, посмотрел на него, он тоже херня, мне даже просто лень доставать камеру и что-то записывать, нахрена. Давай с самого начала. Может, мне полдня надо потратить, чтобы какой-нибудь долбанный сценарий написать? Может, мне нужно, типа, камеру достать, настроить свет, куда-то приехать, встать, все это снять? Да нахрен это нужно? Ради чего? Ничего вообще не было. Такого, вот такого сейчас и никогда, и я надеюсь, больше никогда не случится, хотя опять на чертову Голландию, да, Голландию, какие Нидерланды, хорошо, на долбанные Нидерланды тоже идет тучка, и там тоже к хренам все зальет, и на этой узкой трассе они все опять будут стоять, а мы будем ждать. Что нужно было 20 минут рассказывать о том, какой Джордж Рассел крутой? Так это и так все знают. Все это знают. Те, кому это нужно, те это знают. Те, кому не нужно, те это и не знают, и не будут знать. Что нужно было говорить? Про кого? Про Ландо Норрис? Который выиграл бы чертову квалификацию, не расшибись в стену. Он яйцами пёзнулся. Ну и хорошо, хоть так расшибился боком. Все в порядке, живой, здоровый, все нормально. Остальные что? Ну да, вот Сеп ваш опять показал, что вот я какой весь такой сердобольный, правильный, вообще все умею. Я вообще на все руки мастер, я тут теперь дед. Я тут всем заведую, я тут самая няшка, все приходите ко мне, я и на руках покачаю, и про болиды расскажу, и как гоняться научу, может быть, тоже когда-нибудь станете четырехкратными, блин, чемпионами, блин, мира. Lots of debris. Что еще нужно было рассказать? Что все просто так стояли и ждали, что это все говно не заканчивалось только потому, чтобы перед рекламодателями отчитаться, только потому, чтобы никому никаких денег не возвращать. Почему это нельзя было отменить? Да потому что все завязаны, потому что это давно не гонки, а сраная долбанная коммерция. Вот вам и весь сраный и долбанный обзор. Вот так вот, а че нет? Нормально. Хотя не могу еще и на гитаре сыграть, че? А почему нет? Вот, пожалуйста, Борис Борисович Макаревич, группа ДДТ. От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. В Бельгию мы приехали и промокли. Нужно было под джинсы надеть колготки. Все, весь обзор с 1 сентября.